Всем ханюхашки, мои ребятки, с вами я, Кирю Монстр. И сегодня будем делать обзор канала под названием FNAF Play. Данный канал имеет значение в том, что он делает FNAF и все. Больше никакого на базе контента. И, конечно же, знать, если что, именно он сказал, что Спрингтрапа 2. Ну, для меня это дебильно как-то. Реально, дебилизм, если сказать, что Спрингтрап... Зачем нам сказать, что два Скара Бэби и Бэби обычно это два разных персонажа? Для меня это дебильно. И еще, он начал с войной Вибер. Да, Вибер, если что, не видите, это канал такой. И Вибер в том, что он именно FNAF Play начал войну. Вибер с Вибер. А Вибер ничего не виновата, скажите. Только, ну, скажут фанатки FNAF Play: «Эй, дебильный ты, дебил малолетний, вы, ты чё сказал про FNAF Play? Да он же, блин, не начал, ваша тупая, а твоя тупая Вибер». То я поражаюсь таких людей. И если его защищают только его подписчики. Если какую-то по него, например, критику и обзор сделают, то он, конечно же, его разгрызут нахрен. Нет, конечно же, я тоже раньше был фанатчиком Омеги Инга. Но теперь я знаю, что у каждого человека есть свое мнение. Я уже исправился к лучшему. И еще раз, фанатки FNAF Play, заткнитесь уже или замолчите. Потому что вас никто не будет все равно слушать. Только если какой-то малолетний дебил. И, конечно же, если вы хотите, чтобы я сделал анимацию, где я говорю FNAF Play, типа: «Эй, дебил, заткни свой рот, потому что ты уже всех заикаебал, что в Спрингтрапа 2», то давайте наберем под этим видео 4 лайкоса, чтобы я сделал анимацию эту. Потому что я достал мне FNAF Play. Хоть я на него подписан, уже узнал, что он плохой человек. И подписаюсь, и Рибер, и ничего не... Но вы скажете, фанатки... Но вы скажете, фанатки FNAF Play, типа: «Эй, твоя... Ты же...» Ой, извините, покашлялся. Извините за это. Я покашлялся. Извините, что я накашлялся, потому что я реально могу... Я не знаю, почему я кашлял, только начался. А, ну давайте дальше к FNAF Play. FNAF Play — это канал, для которых... Который раньше снимал, ну понимаете, что... Горячий, ооо. Короче, 18+, и всё. И, короче, если вы такой бывает дебил, если вы смотрите это фанатки FNAF Play, то, пожалуйста, не пишите гневные комментарии. И Натина, и послушайте немного, что это мое мнение. А ваше мнение никто не будет нихера слушать. И я сам не знаю, кто такой может такому дебилу малолетнему слушать. Хотя сам не понимаю. Так что удачи всем. И всем удачи. И всем пока-пока.